Re, viss ēters ir te! С завтрашнего дня артисты Рижского цирка начинают серию концертов в латвийских домах культуры. А в самом историческом здании продолжают работать эксперты. Проект укрепления фасадной стены уже готов. И сейчас идет его согласование. Укреплять стену будут с внутренней стороны здания. Там вдоль фасадной стены, то есть из внутренних комнат, будут забиваться вот эти сваи, заливаться такой технологией с бетонными вот такими, фундаментом, чтобы в процессе работы не проходили никакие дребезжания, после которой вдоль всей стены на уровне первого-второго этажа будут устраиваться колонны, такие сваи, которым фасад просто прикрепляется. Сама консервация фасада продлится 2 месяца, и, скорее всего, до конца года ее провести не успеют. На нее выделены 188 тысяч евро. Укрепление фасада будет невременным. Его проектировали так, чтобы, когда начнется реконструкция всего здания, фасад реконструировать больше не пришлось. Плохое техническое состояние стало причиной запрета использования здания цирка для публичных мероприятий.